Полчаса, может, не прошло, но у нас немножко время отжимает, мы потом после концерта еще порасписываемся, пофотографируемся. А пока начинаем продолжать нашу передачу. Все здоровы, и хоть ты, как я, не новый, но готов лететь.
пациенте полон сил. Все в порядке, все здоровы. И хоть ты, как я, не новый, но готов лететь, готов и полон сил. Мы с тобой во многом схожи, да и судьбы наши тоже. Облака, приборы, привода. С одного того же года я с Алуги, ты с завода. Помнишь, как блестели мы тогда? С одного с тобой мы года, я с Алуги, ты с завода. Помнишь, как блестело все у нас тогда? Мы немало полетали и немного подустали, и тот лоск уже не возвратить. И как жаль, какое гадство, что года мое богатство ни продать нельзя, ни раздарить. И как жаль, какое гадство, что года мое богатство ни продать его нельзя, ни раздарить. Рано на покой стремиться, порох есть, как говорится, но запал, увы, уже не тот. Красотку, проводницу, ту, что в дочке мне годится, отвезет домой второй пилот. И красотку, проводницу, ту, что в дочке мне годится, отвезет домой второй пилот. А мы сейчас с тобой взовьемся, и сквозь облачность пробьемся, и ударит солнце свет в стекло. И как в первый раз когда-то вновь поймем с судьбой крылатой, нам с тобой в жизни повезло. И как в первый раз когда-то вновь поймем с судьбой крылатой, нам с тобой в жизни повезло. Ба-ба-да-ба-да, ба-ба-да-ба-да, ба-ба-да-ба-ба-ба-да, ба-ба-да-ба-ба-ба, ба-ба-да-ба-да. Сам себя, поверив в то, что может быть вернусь. Давайте так, я все как на духу. Конечно, вам не стану открывать, и даже тот, который наверху позволит мне о чем-то промолчать. А синее небо останется синим, и наша профессия самой красивой. Пусть всем нам однажды судьба приземлится, но небо вернется, но небо приснится. Давайте так, я стану утверждать, и вряд ли вы поспорите со мной, нам в этой жизни повезло летать. Полжизни над землей нам повезло немало повидать небесной и заморской красоты, те мгновенья счастья испытать. Не раз, когда сбываются мечты, а то, что все когда-нибудь пройдет, я, как и все, конечно, понимал, но что внезапно так произойдет, все это даже не подозревал. А синее небо останется синим, и наша профессия самой красивой. Пусть всем нам однажды судьба приземлится, но небо вернется. И буду летать я и слева, и справа, с учетом ошибок и взятых попыток.
бывшим пилотом. Конечно, не стану. Давайте так. В частности, моей жене, а в общем, всем нашим женам, женщинам, которые нас ждут. Песня называется «Я лечу к тебе».
что хочу сказать, не знаю, как вам, мне сегодня очень нравится работа звукорежиссера, просто обалденный звук. Ренат, спасибо большое. Вот, а следующая песня на слова Ильи Иконникова. А вот тут тоже он сразу целый пласт представляет вот, гражданской авиации. Во-первых, он сам потомственный авиатор, но он является директором посадочной площадки Лобшинга. Это на севере. Вот он там и диспетчер, и метеорология, и следит за состоянием летного поля. В общем, и швец, и жнец, да, и на воде играет, как говорится. И кроме того, он член Союза писателей. Он, значит, делает видеоочерки и пишет совершенно обалденные стихи. Я редко, когда что-то пишу на чужие стихи, но мне Паша Техник все тоже, когда по интернету прислал его стихотворение, я просто взял гитару и спел. Вот, поэтому, а в стихах есть слова про морожку. Я сегодня был в гостях у Андрея Жова, командира 303 капитана. Вот, и первый раз в жизни эту морожку не только увидел, но и попробовал варенье. Очень вкусно, очень сладко. Но я почему-то представлял себе, что это что-то похоже на клюкву. А это совершенно другое. Ну, вот так вот. Устранил еще одно белое пятно на кругозоре. Вот песня называется «Маленький русский селенец». Рыжая до пояса трава, мелкий березняк среди покоса, в огородах жалкая ботва, черная от утренних морозов. Свинцовых волн под небом мрачным. Скоро-скоро станет тут зима. Щели пухом забивать гагачем. Высоких радостей горение.
называют именно оружие. Скоро было имя забыть. Потом. Так. В этом году я в июне был приглашен в Гуруслан на празднование 80-летия Гурусланского летного училища. Вот. Сколько я хоть учился в Актюбинске, но летную программу на самолете Як-40 я отлетывал в Гуруслане. И, ну, я знаю, такие названия, как Киней, ну, там, в теме, в общем, немножко. А песня «Тегеран Бугурслан» появилась в Иране, там, работал вместе со мной, мы познакомились там Александр Шиперов, он сам бугурусланский, у него отец был командиром эскадрильи, он сам заканчивал училище, потом работал инструктором. Вот, потом он летал тоже в различных загранкомандировках, и вот в Иране мы с ним познакомились. А он как раз на тот момент готовился к 20-летию выпуска. И он мне попросил, если я могу что-нибудь написать к выпуску. Вот, поскольку я говорю, как я был в теме, знал это название, и у меня как раз была... села дежурная мелодия. Она мне очень нравилась, я не знал, про что написать. И как-то вот так все срослось, получилась песня, которая называется «Тегеран Бугурслан». По широким шумным улицам его. На меня здесь абсолютно всем плевать, да и мне от них не нужно ничего. Бесконечными потоками машин он гудит, как будто здесь пчелиные рои. И на фоне ослепительных вершин, как гигантский муравейник под горой. А Тегеран не похож на другие города, не похож на Москву и Магадан. Отчего-то, когда прилетаю я сюда, вспоминаю всегда Бугурслан. 20 весен пролетело с той поры, но глаза закрою, снова вижу я городок, который звали мы Бугры. Полевой аэродром и первый Як, и первый мой ознакомительный полет. С парашютом 2 прыжка и первый сам. Кто бы знал, что полетать мне повезет по таким международным адресам. А Тегеран не похож на другие города, не похож на Москву и Магадан. От чего-то, когда прилетаю я сюда, вспоминаю всегда Бугурслан. Как в Кинере не спеша течет вода, так и годы шли своей чередой. У девчонок, с кем гуляли мы тогда, нынче дочки с танцев не спешат домой. 20 весен пролетело, 20 лет. Довелось мне повидать немало стран. А сегодня из Ирана шлю привет. Может, помнишь ты меня, Бугурслан? Тегеран не похож на другие города, не похож на Москву и Магадан. От чего-то, когда прилетаю я сюда, вспоминаю всегда Бугурслан. Вспоминаю всегда Бугурслан. Вспоминаю всегда Бугурслан. Поскольку речь про Бугурсланское училище, был очень рад
встретить там своего инструктора Владимира Васильевича Мозгового, который сейчас уже работает на тренажере инструктором. Вот, ну, продолжает. Вот, ну, какой же... Он очень мало изменился, он же такой же очень подвижный, улыбчивый, доброжелательный, веселый. Вот, ну, и я, значит... Я думал, что вообще я эту песню ему рассказывал в стихах еще, когда только придумал. Ну, когда я спел ее, оказывается, слышал ее, услышал ее в первый раз. Вот. Песня прототипом главного героя, который является. Я вошел в кабину, сел, кресло подогнал, пристегнул ремни, напялил гарнитуру. Вот опять передо мной торчит штурвал, и сидит инструктор мой, какой-то хмурый, дают добро. И я без лишних слов рулю, и вот мой самолет на старте. Полета я морально не готов. Ну да ладно, бог с ним. Контроль по карте. А инструктор до сих пор слова не сказал. Смотрит так и все молчит, что это с ним творится. Плавно-плавно на себя я беру штурвал. Ничего, сейчас он у меня разговорится. А самолет, как очень вредный бык, все норовит то вверх, то вниз, то вбок. Но наконец-то, вот он первый втык, за то, что скорость выдержать не смог. Я потом еще чего-то сделать позабыл, а инструктор оживился, веселее стал. Он мне столько всяких разных слов наговорил, о которых раньше я и не подозревал. Вот он говорил про это и про то, и даже чью-то маму вспоминал, и все не мог понять, но кто же кто меня к нему на голову позвал. Дальше больше из меня пот течет рекой, и уже не слышно, что в эфире говорят. Да кто же мог подумать, что болтливый он такой. Напросился я, вот теперь сам не рад, но его уж не остановить и громкость не убавить, вот беда. Я думаю о том, как до земли дожить. Сейчас все остальное ерунда. Слава Богу, наконец-то завершен полет. А меня хоть выжимай, до того я мокрый, а инструктор мой охрип и больше не орет. А он, когда молчит, всегда такой родной и добрый. Шатаясь, из кабины выхожу. Прости меня, инструктор дорогой, я отдохну, в салоне посижу. Пускай тебя послушает другой. Судьба завалит крем, пугая случаем, а ты не бойся перемен. Бывает к лучшему, не нужно думать о плохом. В сомнениях мучиться, давай попробуем, рискнем. А вдруг получится, и если нужно сделать шаг, и шансов поровну, то это только нам решать, в какую сторону. Не будем думать о плохом. Давай попробуем, рискнем,
если кто до нас не смог. Причем тут мы с тобой? Мы сможем, нам поможет Бог решить вопрос любой. Не будем думать о плохом. В сомнениях мучиться. Я знаю, если мы рискнем, у нас получится. И даже может быть потом смешным покажется. Как-то решиться ни на что не мог отважиться. На нашу сторону весы склоняй, не мучайся. Ты только главное не спи, и все получится. Давай попробуем, мы рискнем. У нас получится. Пилоты, которые в 72 года выполняют первый
самостоятельный полет на планере. Ну, естественно, продолжаю дальше, так что возрастные ограничения, они вообще-то в голове, да? Их можно отодвинуть. Одна насекомая муха любила по небу летать, ей в голову не приходило рабочее время считать, ей в голову не приходило полетное время считать. Инструкции она не читала и летных законов не чла, летала себе как попало, свободной птицей была. Летала себе как попало и вольной птицей была. Не шли на нее расшифровки, никто на нее не гундел, и главный начальник Морковкин претензий к ней не имел. И главный начальник Морковкин претензий к ней не имел. Не ждали ее на разборах, учебах и тех, и других, и главное, на тренажерах никто ей не парил мозги. Короче, не жизнь, а малина, короче, летай не хочу. И лишь об одном сожалела, что цвойка-то не было там, и шансов она не имела писаться никак по ушам. Thank you.
сумеет и сможет. Спасибо. Песня про... Она вроде как к авиации никакого отношения не имеет, но зато она имеет отношение непосредственно к этому времени года, почти что с точностью, но там плюс 2-3 дня она была написана. Сейчас скажу. 18 лет назад, в это же самое время. Называется она «Яблоко в облаках».
концерт чем отличается от диска? Потому что хочешь не хочешь, там ошибся, там ошибся. Ну так даже как-то интересно. Я думаю. Вчера его-то биографию я начинал по северам советской географии. Нефтеюганский стрижевой узнали брата нашего над ним и новый Уренгой, Ноябрьск и Колпашево. Абские берега, болота и тайга кругом, как кони-комары, но точно не Атлантика. Зимой в сугробы в рост под 45 мороз, потом не сможешь позабыть суровую романтику. А кажется, не так давно мы только начинали жить, гордились тем, что нам дано простор небесный поразить. И лучше синей формы той и Богу в мире не было, и гул турбин, и рев винтов опять манили в небо нас. И белое цвело, а впереди вся жизнь была. Хотелось и моглось с девчонками и песнями. Казалось, не спеша вода в реке обитекла. Казалось, в 25 так далеко до пенсии, и были запахи острей, и ярче были краски там, а выше, дальше и быстрей летать лишь предстояло нам, и временем не дорожил, не считал беспечный я. Но кто же знал, что это жизнь такая быстротечная. В кабине будет целый день ажиотаж.
И нервотрепкой, конечно, не уют. Не любят даже образцовый экипаж, когда работать нам спокойно не дают. Мы будем предельно внимательны и грамотно примем решение, но он все равно обязательно в работе найдет нарушения, а после будет на разборе выступать, что мы как следует работать не хотим, что если мы и дальше будем так летать, то без сомнения однажды залетим. Увидит, услышит он все вокруг, да ужасом натренированный. Мы знаем, что нам он не враг, а друг, но тщательно замаскированный. В кабине будет целый день ажиотаж, а где запарка, там гарантий не дают, не застрахован от ошибок экипаж, когда в работе нам панику создают. Он грамотный летчик и знающий, но кажется это не только мне, что каждый полет с проверяющим оплачивать нужно бы нам вдвойне, что каждый полет с проверяющим оплачивать нужно бы нам вдвойне. Пишите ваши аплодисменты, считайте за одобрение. Стремиться.
Мне говорят, пора заканчивать. Но точно секрет. Анисимова. Но это просто замечательный мастер. Вот, если, например, я пишу песни, сочиняю все, что я описываю, я пережил, то Николай, вот он, как Высоцкий, ему рассказывает, а он передает это в песнях.
То есть ну, настолько точно, что вот, люди, у него в основном тематика военной авиации, или там больше с армией связан. Люди, которые непосредственно вот, таких героических профессий, которые все время рискуют жизнью там, где-то, они говорят, что ну, настолько все правдиво отражено, что они, ну, так сказать, считают, ну, я тоже считаю, что он настоящий мастер, и всем советую 13 ноября не пропустить такое событие. Ну и 19-го тоже советую не пропускать. А в завершение я завершаю свои концерты этой песни и предложением «Давайте будем счастливы». Спасибо большое. Всего доброго.